Всем привет! С вами Геймкин Валекс. 40 минут еще надо потерпеть, и можно будет пойти кушать. Валера! Хера ты его уработал, её. Хуя там разбил его. Валера! О, аптечку можно скрафтить. Аптечку можно скрафтить. Любовь, надежда, Валера. Бля, схуяли? Это для лауреатов Нобелевской премии, что ли, замок? Бля, где любовь, надежда и вера? Это что-то тебе приятнее взламывать. Найди себе кавалера. Бля, почти. О. Хуя. Бери это, пожалуйста. Сейчас, это припево. Великолепная бейсбольная бита. О, он 99. Слушай. Ра. Валера. Бля, что это за палёная? Это палёная! Палёнка! Там просто тёлка хочет Валеру. Чувак, не слушай эту песню, ты тоже захочешь Валеру. У меня дедушку Валера зовут. Ну видишь, как совпало. Уровень выживаемости. Так, хлопок. Оба трупа становятся намного быстрее, возрастает шанс найти больше добычи. Научить использовать электрические ограды. Это говно. Давайте. Обыскиваем трупов. Бля, чувак, выключи музыку, я сейчас Wi-Fi выключу. Выключи музыку, так боюсь запеть. Чувак, тем более я не хочу запеть. Сейчас надо кому-то это? Нет, не надо. Бля, я хотел его убить. Эй, друг, тут не видел девушку Джейд Тальдемир? Волосы темные, сама вся, вся крутая. Да, она разговаривала вот с этим, как там его... Спасибо. Ебать, вот с этим как там его... Спасибо. Джейд. Джейд, ты здесь? Who are you? Who are you? Who are you, блядь? Не надо тут слушать музыку. А то сейчас трай химик. Да кто из вас говорит? Ты что ли? Эй, можешь помочь, я еще молодую девушку. Женщину, брюнетка, невысокая, дерзкая, страшное дело. Ее зовут Джейд Альдемир. Да, она была здесь, такой нельзя не заметить. Похоже, кого-то ждала, вся из себя недовольная, а потом ушла. Вот черт, она не сказала, куда идет. Нет, а ты Крейн, да, она тут оставила для тебя. Это мир, зачем мне оставила его фото? Че? Тут ты не в курсе, да-да-да. Она попросила передать, одного раза хватит, уж не знаю, что это значит. Лицо как у этого Сквидварда из Спанч Боба. О, пидор мелкий. Из метро. Вернулся. Хуя, может, запиздимся? Гоу пиздится, пидор. Пидар, блядь. Пидорунга. Пидор. О, пидорок. Продать. У тебя, блядь, да хуя что продать можно? На три косаря, блядь. Докопил там называется. О, ткани бегуна можно продать. Ага. Сейчас. А нахер он мне нужен, я все равно не соберу ни разу его. Чего тут у него? Чертеж, мощная подача. Охуеть. Добавляет эффект контузии к холодному оружию. Тяжелая булава, мясницкий секач. Нихуя себе урон! 156, 134, коневая мощь 1500, двуствольное ружье. Я бы купил, у меня немножко денег не хватает. Винтажная кирка, нахуя она мне нужна?
Тяжелая булава, 166. Мачете танто. Овощной нож, 193. Винтовочный патрон, пистолетный патрон. Количество. Можешь купить пистолетный патрон. 3 штуки, что ли? Он еще 3 патрона продаст? Охерительно просто будет тогда. Бля, если не больше нету. Бля, 3 патрона, сука. Джейд, это Крейн, так слышно. Джейд, ты слышишь меня? Бесполезно. Трой, это Крейн, как слышно. Крейн, я как раз выбирался, вел себя, умник пробился через радиопомехи, и думаю, тебе надо вернуться сюда, ты должен это увидеть. Бля, и через весь город. Зачем? Что там такого? Ты должен сам посмотреть, просто возвращайся сюда, хорошо? Я серьезно. Опять на раз засаду Раис устроил. Точка продажи, она себя выебала, я потом засаду устроил. Бля, у нее ебало какое-то кошеное. Старый советский мент. Бля, чувак. Хуй не ищет, ровесников вообще никого не ищет. Он пиздец. Сука. Бля, чувак. Бля, главный девственник, блядь, района, сука. Бля. Сука. Удар в прыжке. Так, на голом. Бля, почему здесь этот пыль вот так? Давайте. О, смотри, можно ноги ломать. Смотри, сейчас приколку покажем. Так, вот отсюда. Хуя. Еще раз надо. Стой. Бля, ему не встать. Бля, ну не попал. Он встать должен сначала. Да ей не встать. Встань, блядь, хуйня. Ты и ногу сломал, еблан. И что? Хуясь там что, хоть торчи, что ли? Лежачих не бьют вообще, то есть ты не знаешь. Он сейчас встанет. Сейчас встанет. Он встает. Нет, нога сломана. Блядь, подай ему скорее. Короче. Бля, она не умдохла, сука. Сдохни, блядь, уже. Подай скорее, блядь. Блядь. Заебнулась, блядь, до самого низу. Бля, как я записывал, заебись просто. Шмаль. Дуй капи. Ебать! Что это за бар? Что это такое, блядь, происходит, сука? Дуй капи. Так брутал, да. Я вижу башню. О, я вижу хуесоса. Хуяси. Что? Что я ебать, сделал? Ебать, я работал. На нахуй. На нахуй, ноги поломал. На в прыжке, бля. Ебать, между ног засадил. Не, ногу сломал правую. Хуя вы лохи, бля. Да ты здесь был уже. А она живая, тут встать не может. На, поебал. Так они кидают, блядь, как будто танцует. Бля, слабо так кидает ее что-то. Почему он с первого раза ебошку не мог отсечь? Все, погнали. Краб! Ракеты. Аптечка! Нахуя мы, блядь, ты их крафтишь, тебе их говна забанили. А аптечек 2. Как говна забанили, блядь. 7, долбоёб. А, да? Вперед. Хуя он, блядь, меня за ногу кусил. Блядь, да ХП не отнял. Нихуя себе. Хуя. Прикольно. Хуя, мамка Сазана. Блядь. Сука. Сазан! Сазик! Почему меня стреляют, блядь? Спасибо её отсюда. Я чё, лупнул просто. Карта похожа на 2 башни. А, пошли нахуй, короче.
что это? Сука, ящик пиздатый, блядь. Хуя я, блядь, прям как Спайдермен. Хуя. Спайдермен, блядь, хуя я могу, блядь. Ладно, пошли, сейчас обойдем, нормально залезем. А вот сейчас реально как Спайдермен. Человек, но пиздюк. Без тебя мы как без рук. Боец Риса, слышал, на складе что-то там говорили. О, блядь, я же говорю, засада какая-то, блядь. Мудак, сука. Блядь, что за бита какая-то? Я подобрал. Ну иди, чё ты. Я говорю, там засада, блядь, опять их запиздили. Ну вы, суки, блядь. Я, блядь, один запиздил, уже человек 100, блядь, зомбарей дохуя убил. Вы, блядь, нихуя не можете. Мудаки, блядь. Дрищары. Они дрищары, чувак. Как ты? Как Садик. Садик, ты чё? Садик тебе пизды даст. Садик брату подарил. Плату, сука. Блять. Ой. А, не. А где боится Раиса тогда? Да не здесь. Это они? О, надо запиздить их. Потом. Как? Я так сверху, блядь, спрыгнул. И въебал. Ага, в подкате ногу сломал. Перед тем, сам поломался. Здрастите! Сыночка странная. Сколько раз это смотрю, до сих пор не могу поверить. Сегодня был обнародован внутренний документ ВГМ, из которого следует, что намерение данной организации насквозь преступны. Вместо того, чтобы искать вакцину от харанского вируса, ВГМ собирается превратить его в химическое оружие и продать тому, что кто дороже заплатит. Реакция мировой общественности. Нет, давай сразу к сути. Я был последним из уцелевших в зоне карантина. Мне даже не верится, что я спасся. Мне не верится, что я жив. Мы скорбим по всем погибшим, но, как сказал президент в своей сегодняшней речи, жизнь продолжается, нам нужно смотреть вперед. Военные части обошли всю карантинную зону в поисках уцелевших, но теперь там остались только мутанты. По словам полковника Таннера, как только закончится самообработка, возбудитель инфекции будет полностью уничтожен. Это все министерство, они хотят уничтожить город и ищут все оправдания в глазах мира. Слушай, пока ты не умчался все крушить в ней, мы уже придумали, как передать сообщение. Мы разместим взрывчатку в жилом здании и устроим пожар в виде осмысленного изображения. Зомби такого не могут. Проблема в том, что наш человек Майкл уже нашел подходящее здание, но не может подняться на верхние этажи, там слишком много кусак. Мне не очень приятно в этом признаться, но у нас никого нет, кому по силам это дело. Но надо же что-то делать прямо сейчас, иначе и вас, и меня, и Джейд, и вообще всех разнесет в клочья. Передай Майклу, что я совсем разберусь, а ты пока свяжись, Джейд, хорошо? Уговори ее со мной встретиться. Накажи занавеску. Даю слово, он с Джейд будет ебаться. Этот умник ее ебет. Сука. Умник, блядь. Ага. Да. Трос, блядь. Не, мне нужно сначала убить этих пидорасов. Ну так по тросу. Ага, хуй я по тросу. Да ты по трос спустишься и назад вернешься. А, блядь, я вообще в другую сторону. А, похуй. Бля, вот ебалай, кусок. Ты что ли? Ты ебалай, ты минус 200 очков. Ты, блядь, такими да, тупыми блядь, смертями блядь. Уже столько очков потерял. Я себе 5 бучу, у тебя еще не 12 уровень. Га, ну, блядь. Похуй. Похуй нахуй. Я вообще в другую сторону идиот. Да-да, мне насрать, я хочу убить людей пидораса этого. Блядь, Лёша, как всегда, свинья. Блядь, так бывает. Что, ты свинья? Бля, где это риса, риса? Нога сломана. Да хуя. Чё, блядь?
еще одна нога. Ну теперь он точно не станет хитрем. Вейкап, шлюха. Вейкап, шлюха. Блять, заебись, что это, блядь, было сейчас. Ну все, давай на миссию. А, вон они. Сейчас этих хуйсосов надо убить. Давай. Вон они там. Давай, залезай сюда, 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 сюда. А, нет, не они. Ну все, давай, чел, на миссию. Блядь. Ох, съебал отсюда. Съебайся. Нееее. О, обобрать его, блядь, пока падал. Еврею ничего не помешает. Мало патронов, пожалуйста, не с низким ножиком. Ну, я себе все патроны проебал. Я могу купить, если что, сходить. У меня денег как хуя. Нихуя. Ну, много. Нельзя. Бля, что это было, сука? Нельзя. Нельзя. Сука. Заебал, блядь, дай уже игру нормально комментировать. Ебать! Бля, везунчик! Хуя, блядь. Я, блядь, думал, такое только в мире, ой, блядь, в игре возможно. Бля, это, конечно, заебись вылезти-то как отсюда. А тут нет никаких подводных тварей. Надеюсь. Сейчас приближается вечер, блядь. Уйдите нахуй отсюда. Ну ебать, ну и сука, и как я должен, блядь, тут ебать? Кого? Я ж папка, блядь. Папка. Либо ты нудло, либо ты ебать папка. Блять, нихуя! Нихуя! 25 хп, блядь! Сука, иди ты нахуй! Я зато спасся. Только Федя хотел взорваться. Бля, я понимаю, что ты так медленно проходишь игру. Встретись с Майклом в канализации. Ну бля, я и так. Быстрее. Бля, мне. Блять, мне плыть надо туда, сука, мне. Никто ни у кого нет такого веселого прохождения. Какого, блядь? Я... Первая часть. Заебись, я комментирую, вторая часть, блядь. Я вообще звук не записал, зато, блядь, быдло, блядь, блядь, блядь. Быдло. Первые две серии ты нормально снимал. Да я все серии нормально снимал. Я практически отпустил во время съемки. Потому что, блядь, при тебе, когда наебал, то посмотри сразу, блядь, быдло хочется стать. При этом не обязательно материться, а ты постоянно. Да. Ты сейчас типа не матерился, да? Нет. Я выдал женский мужской половой орган. Окей, бля. Хуй. Ну Раша песня, бля, с хуем. Ну ничего, мужик молодец. Мужик, бля, ебется больше, чем ты раз в 10. Блять, ну чувак, он взрослый вообще-то. А ты еще титечка. Мне еще 16, ну блядь, конечно, многие уже с 14 ебутся. Но мне никто не дает. А ты не мне не даст никто, бля. Ебать, валяй, чё ты нахуй. Хуя, бля. Чувак, ну ты застрял на одном месте. Я смотрю, куда мне идти надо, долбоёбина. Ёбина, чел, давай быстрее. Ты аглоёбина. О, за мной бежит какой-то хуесос. Ты? Нет, Лёшка. Да вот, блядь, план. Вот там проход, он бы напоролся на него. Вот, ты здесь можешь проскользить, а он-то не умеет. Он может перескочить вообще. Нет. Ты дебил, он, блядь, перепрыгнуть может. Пожалуйста, быстрее на миссию. Хуя он, блядь, лезет, я просто, блядь, W задерживаю. Нихера себе, блядь, скалолаз. Вот сейчас реально как спайдик. Спуди. Спидик. Педик. Нет, спидик, а слово спид. Бля, нихуя себе, это чё, блядь, там за... Это громила. На которого ты ебашил тогда. Да всё, чё, хорош, не трать. Да хуя его, блядь, запиздили. Давай, пидор. Ладно, всё, съебал. Я понял,
нихуя себе, блядь, что за летуны, блядь, какие-то. Летуны, блядь. Какие летуны, что ты придумаешь? О, тактический нож. Хуйня, может, на ту штуку, которая ты надо. Американский пистолет! 9 мм! Нихуя себе. Херня, на него полно патронов не найдешь. Ну вот там-то и дело. У меня ценности есть. Отлично. Выкупить. Бэкап. Бля, ты дебил, сука. Стоит этот хуй. Убил его, блядь. И все. Блядь, отобрал все оружие, нахуй. Хули ты выёбываешься, тупой мразь. Нет, точно будет он последние 3 серии, это адовый пиздец. Ну все, чел, ну пожалуйста, иди уже на миссию. А почему он... Что это, блядь, было? Сука, игра багов ловит дохуя. Бля, патронов так мало, пиздец. Блядь, через весь город ты дверь тебе залез. Все, чел, иди. Я иду и так. Фонаря! Человек, фонарь прям. Зеленый фонарь, да. Зеленый фонарь, он зеленый был. А ты головой! Сука! Бля, а ты на блюде себе будешь зеленый. Блядь, ну это было смешно, кстати. Хуя себе. Хуя, бля. Ногу хотел сломать ногу, бля, сломал всего. Ты почти в миссии, чел. Блядь, сука, ты... Рабочая, блядь. Либо с этого боку, либо с того. Блядь, 25 минут уже почти пытаешься до миссии добежать. О, надо обратно к торговцу попасть. Продать ему. Не, мне не сюда надо, мне надо по крышам. Я по земле не хочу идти. Другая зона. Ну, бухла. Заебись. Все, чел, погнали. Я гоню, как могу. Гони лошадей. Эй, ямщик. Не гони лошадей. Гони, блядь. Вот так, парад, ладно, короче, я выебываться не буду. И стану, блядь, Тони Полком. Я не знаю, кто это, ну да, я стану им. Вот парадный подъезд. Нахуя ты, блядь, перелез через забор, мудак ты ссаный. Ну он правильно все сделал. Он хуйня. Хуйня. Сколько, блядь, затратил. Хуя ты подъебнулся, заебись было. Я хотя подъебываю, а не подсираю, как ты. А, это еще был заебись подъеб, типа. Да. А, не в ту сторону что-то бежал. О, мне надо туда, где дохуя зомбайсоса. Бля, патронов мало так. Мне нечего делать, мне все время на меня все время атакуют. Еще они же, по-моему, стекло. Все, забегай туда, пожалуйста. Куда туда? Аллилуйя. Бля, что происходит, блядь? Ой, бля, ебать. Ну, чел, на миссию найди просто и все. Это и так миссия, блядь. Да, блядь, вход на миссию. Подожди. Ёбаный шашлык. Убей плевуна, нахуй. Где он? Я не буду, блядь. Все, иди вон нахуй. Вон он. Еще один, блядь, стоит где-то. Это, блядь, хуйня, Лёша, отстань от меня нахуй, блядь. Хуёчек, Лёша, отстань. Вон он, сверху. Ты сам говоришь, что у тебя бомбит, так вот у меня как бомбит, блядь, когда ты какую-то что, хуйню несёшь. Что, ты куда провалился? Все, куда надо, походу. Нет, нет, никуда надо. Ты вообще зависла. А, не зависла.
заебись. Не знаю, что случилось, но мне заебись. Вот и все. Сюда мне надо было приплыть. Нормас. I gotta find Michael. Whatever the Embers have in mind, if it stands any chance. Не брать, на сын прочитал. Девятнадцать патронов, блять. Заебись. 19 патронов, блять, на все. Да пошли вы в пизду, блять, уёбки тупые. Давайте еще на вас испытаем новую эту хуйню. Бля, не так нажал случайно. Нахуй я их убивал вообще? Ну ладно уж. Если он мертвый. Сейчас как оживет, и мне придется нажимать на А, типа. Типа неждан для меня будет, хотя я ожидаю этого. Бля, хули видно так Ultra HD 1080 пиксов. Бля, ебать, ни хера не вижу. Это вас, блядь, там нихуя не много ли, да? И водичку. Охлаждать, пердак. Ой, бля, надо дануть. Отпусти чуть-чуть. Давай, можно побызгать водичкой. Блять, это пиздец просто какой-то. Да, блядь, чел, да победи ты все. Сука, нет! Чел туда! Иди нахуй, чувак, я не успеваю! Я просто ноги им ломаю, нахуй. Найдите Майкла, блядь. Хуяйкла. Конечно, блядь, именно сейчас. А ты, блядь, не думал с антизин-то с собой взять, сука ебливая? Конечно, нахуй. Нахуй он нужен? Подумаешь, блядь, мне сейчас сдохну. Черт, я думал, ты кусака. Хуяка. Че там спинь давал? Давал, как Господь дает. Все. Это
Я хотел не пугать тебя, Майкл. Ладно, ладно, твой сказала. Трой сказала, ты придешь. Боже, хорошо, что она не видела, как я подскочила. Она не воспринимает меня всерьез. А ты что, влюблен? А как мне не влюбиться? Ты ее видела? Я почему-то и вызвался на это дело. Ты рискуешь жизнь среди потаятных зомби, чтобы произвести впечатление на девчонку? Слушай, до эпидемии сам впечатляет, что я смог, так это выиграть конкурс на трое описание. Ясно, Трой на меня даже не взглянет, так что я пользуюсь любой возможностью себя проявить. Понял, отвял. Давай рассказывай, что надо делать. В общем, я пытался все сделать сам, но не смог пробиться через 10 этаж. 9. Предоставь это мне. Тебе нужно будет взять взрывчатку, включить газ в плитах, поместить заряды в определенных квартирах. И они сложатся в какое-то изображение, никто за пределами охраны не примет его за случайное. Если они сумеют это объяснить, то мы охренеем от восхищения. Ладно, если ты уже идешь, то сперва тебе надо на 10 этаж. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Пока!